Развивать в детях творческие способности, прививать любовь к культуре и спорту. Такую цель поставили перед собой создатели нового спортивного комплекса в микрорайоне Марина крымской столицы. Его открыли на второй день праздника Ораза-Байрам. Ансамбль «Фидан» организовал для детей концертную программу. Наша цель, в первую очередь, это пропаганда национальной культуры среди подрастающего поколения. На нас большая ответственность, потому что, находясь сегодня у себя на родине, мы не имеем права потерять то, что сохранили наши предки. Именно поэтому в это нелегкое время мы работаем и пытаемся расширять. Глядя на то, как сегодня растет интерес и любовь к нашей культуре, мы вдохновляемся и пытаемся сделать так, чтобы проявить еще больше любовь к нашим детям, научить своей культуре, своим танцам. Маленькие силачи состязались в турнире по национальной борьбе «Куреш». Теперь в новом зале смогут заниматься дети с 4 лет. Сегодня в такой большой праздник для всех мусульман у нас открытие в микрорайоне Марина спортивного комплекса для детей. Я являюсь тренером по борьбе. Наша задача как можно больше детишек привлечь к этому виду спорта, к нашему традиционному виду спорта, к курешу, к вольной борьбе. Борьба и наш народ, это мы отождествляем как неотделимое что-то, потому что мы все время боремся. Борьба и в жизни, и борьба как вид спорта, и больших результатов наши спортсмены уже добились. Бег бізім Маринада ашылдығы гузель-гузель зал, мында Хырым татар ансамбль олачат фидан. Ве куреш спортнен оқышыла жақып балалар. Біз мұнда яғында яшайық, біз бек чоқ бекледік. Балықтан бұны білселер, өгренселер келіжікті бізім Қырым татарлар олғаны ұнытмаз бар. Ве келіжікті Қырым татар деп бұрылуына жақы бар. Сегодня организовали прекрасный праздник. Всем нравится. Мен бүгін курешіна көрдім. Мен пек бегендім. Әпшілерге ораза байрам қайырлы болсын.